В Люберцах прошла областная спартакиада по шахматам и шашкам. В ней приняли участие более 50 школьников из всего Подмосковья, в том числе уже известные юные спортсмены, неоднократные призеры соревнований, кандидаты в мастера спорта. Броницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники – всего 13 команд из 7 городов. Молодые шахматисты и шашисты приехали в Люберцы, чтобы показать свои достижения в просчете комбинации, отражении и нанесении ударов на черно-белом игровом поле. У нас проходит комплексная спартакиада Московской области по шахматам и шашкам. Зональные соревнования. Здесь уже играет команда, которая победили в своих муниципальных образованиях, команды школ по шашкам и по шахматам. Возраст участников от 10 до 17 лет. Однако, говорят организаторы, дело не в годах, а в силе игры. Среди ребят уже есть известные в спорте имена. За команду Люберца на первой доске играет Ирина Дробитько, победитель соперенства Московской области 2017 года по шахматам среди девушек до 19 лет, кандидат мастера спорта. Юный шахматист Роберт уже однажды был чемпионом Люберецкого района. В этом году он чемпион города Лыткарино. Как и все, кто находится в этом зале, он настроен на победу. Успешнее всего у меня получается играть, участвовать в чемпионатах. У меня пока в чемпионатах только единственное поражение из 4 участий. У меня получается итальянская партия, это очень интересная партия, если рассматривать. Иногда играю испанскую. Или русскую. Принцип игры у этих соревнований круговой. Все команды играют друг с другом по очереди. Та, что наберет большее количество очков, станет победителем зонального этапа. И вскоре отправится в финал областной спартакиады по шашкам и шахматам. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.